А вот и продолжение, друзья. Лайк, если ждал. Но если не ждал, а просто тебе похуй, то все равно можешь поставить лайк, мне будет приятно. Он подошел ко мне, блядь, пообщаться. Так что? Что, блядь? Ты жди меня. И я приду. Вот и все. Больше говорить я не буду. Я просто буду делать ветер. Ты жди. Главное. Засал. Ну хорошо, пускай будет засал. Я ж к тебе приеду, блядь. Я тебе сказал, я тебе больше нихуя говорить не буду. Я просто приеду и тебя нахуй развалю, блядь. Вот тут еще вторую друг, блядь, подвалил, блядь. Отошли быстро, блядь. Сычи, сука. Ну шо там, блядь? Ты уже зазнаешь, блядь? Тебе пизда сейчас придет. Давай, отваливай. Я сказал, что я приеду за тобой. Он не понимает. Я тебе сказал. Я просто приеду. И все. Жди. Так какой сейчас, блядь? Мы на сделке. Ты что, не понимаешь? Чмошник. О, тут все уже мой типа старший подключается. Не на людях тебя опускать буду. Позже переговорим. Чё вы как мыши? Бля, я бы с тобой бы отошёл. Тут уже это серьёзное уже пошло. Итак, ну тут уже надо тупо стволы направлять. Что ты, сука, смотришь на меня? Пошли, отойдём. Пришли за мной. Опа, уже пошла рубилова. Вот ты, дура, за базар свой ответила, сука. Гней нахуй там, блядь. Ну что там, ребятки? Вот вы, блядь, и добазарились. Иди сюда, куда ты, блядь, скроешься уже. Все, эти дурочки договорились, блядь. Вот так вот, ребята, блядь, решаются базары. То, что вы там, блядь, на меня что-то катите и хотите со мной отойти и поговорить, для вас это ничем хорошим не закончит. Я Гантеля, вот это моя братва. Кто хочет заезжать в гости, мы вас обязательно встретим. Ну, братва, вот так мы и заработали, в принципе, неплохую сумму денежек с грувов. Они пытались рамсануть, базарнуть на нас, но у них ничего не получилось. А мы все так же, наша веселая компания с товаром и денежками едем домой. Все красиво. Ой, ребята, мы только едем с сделки, и за нами тупо выдвигаются мусора. И тут нормальное количество, 4 машины. Валим, валим, валим быстрее, тляем как можем. Сосите мусора, стреливаемся. Давай, давай, я уже стреляю. Короче, наших хотели взять, но мы не сдаемся. Мы русская мафия, мы будем до конца воевать. Куда ты несешься? Да, я стрелок еще тот. Да ты уже все, ты мой сегодня. Ты что, гонишь? Давай. И запомни меня, мразь, блядь. Еще все один. Патронов мало, блядь. Ничего, мы тупо юзаем аптечечку. И не успели мы аптечечку скушать. Пиздец. И вы думали, все, на этом все закончится? Нет, конечно же. Вы же помните этого грува, который базарил на меня? Я же ему сказал, что я сейчас приеду. Так вот, мы к нему и выдвигаемся. В идеале было бы сейчас бы похитить, где-то вывести и дальше общаться. Ну, а я хочу просто его убить. Смотрим дальше. Ну что, вот мы, блядь, и заезжаем. Правда, уже на другой машине, но это, блядь, это похуй. Где, сука? Это дурочка, нахуй. Я пойду ее искать везде, блядь. Он тогда что-то базарил мне, нахуй. Бля, в дом зайти не могу. Где, сука, ваш, ебать? Ты чё сюда приехал вообще, блядь? Нахуй отсюда пошел, блядь. Вот меня и ихний чувачок привел туда, где у них сейчас будет капт. Я надеюсь, я на капте найду этого придурка. Ну, блядь, я ему расскажу, что и как вообще происходит. Вот я подъезжаю к месту событий. Я реально очень хочу найти его. Он так мне тогда смело отвечал. Так, блядь, рамсил тогда, сука, уверенно. За слова надо отвечать.
по итогу, пацаны, ливнул он сразу после сделки. Я искал его достаточно долго. Ну, блядь, что поделать. Как бы я за свои слова ответил, я приехал и искал его. А вы, пацаны, спасибо, что посмотрели эти две части, поставили лайк. Все, давайте, на связке, не пропадайте.